Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в злобных банкиров. Игра Evil Bank Manager на ультра сложности. В конце прошлой серии у нас был вопрос, оборонять ли Иркутск или не оборонять. Причем всю собственность я уже там распродал. Поэтому по большому счету биться там уже не за что. Но регионов там много. Там шахты. И мне все-таки жалко, что нас там не будет. Поэтому... давайте вложимся туда, обломаем банки конкурентов, которые на нас там нападают, и ну и просто их обломаем, потом заново там купим все, что продали. Нам нужно сюда 450 тысяч. 470 давайте вложим. Это все почти наши оружейные запасы, которые копились всю игру. И не хватает почему-то. Так. Чуть не хватает. Сейчас нам... как бы нам сейчас не вышло, что не хватит. Нет, вот, все, хватает. Почти все оружие мы отправляем в Иркутск. 800 тысяч золота у нас нарисовалось. И нам нужно как-то... как-то нужно нового угля и нового железа. Причем очень много. Чтобы восстанавливать наше оружие, причем в темпе прям очень быстро. Камень, золото, зерно, нифига. И что такие цены смешные по 200? Ну, давай хоть так. А, ну нужно смотреть, сколько можно вложиться тогда. Вот Польская Республика, мы там проверили только что. Не только что в прошлой серии революцию. Теперь давайте что-то оттуда вынесем. 4 региона присоединили. А вот смотрите, коттедж за 80, например, неплохо. Лесоповал. Давайте лесоповал, он тоже производит оружие. Какое-никакое. Арбалеты у нас стоят в очереди. Что-то на двойке. Первая. Вторая. Третья на сдачу. Так, дальше. Куда еще можно? Доступные инвестиции. Тоже написано 2000, скорее всего. Ничего тут, хотя нет. 50. А, ну берем коттедж тогда за золото. Что тут думать? Камень, камень, золото, зерно. А ну золото, что же. Восточный СУС. Вот это у нас воюющее. Золото. Возьмем дерево здесь. Северная ланка. Камень, зерно. Но опять ничего особо интересного. Южная Нага. Что нам предложит Южная Нага? Ну, золото. А, дерево, подождите. Вот дерево, кстати, нормально. Все, мы все проинвестировали. Кредиты. Все кредиты раздали. Еще банкирам можно левым раздать. Вот этому давайте дадим. И вот этому дадим. И все равно еще остались деньги. И это я, по-моему, даже подзабыл вот тут попродавать, да, гражданских товаров еще. 200 тысяч у нас еще осталось. Ну, давайте, едем дальше. Гвардия на взыскание. А вот смотрите, было взыскать, забрать, да, а теперь нету забрать, есть только взыскать. Взыскать, взыскать. Не пойму логики. Новые войны наступили, да? Так, здесь мы уже были. У Цанг. Ну, здесь наши отобьются. И это хорошо, потому что оружия у нас уже не так уж много.
А давайте посмотрим, сколько его стало. У нас было примерно 5 с чем-то, да, стало 8. То есть 3000 здесь и 1900 тут. Ну, в общем-то, неплохо. Сможем еще подкопить. Пятое место мы не можем свое преодолеть. 6, больше чем в 6 раз уже этот отрывается от нас. Каков, каков. А, наверное, все-таки вот это количество регионов имеет смысл. Мне сначала казалось, что у ребят с регионами побольше дела похуже. Хотя так и есть. Вот тут больше регионов значительно. На сотню почти. И стран больше. А денег меньше. Тоже значительно. То есть откуда он берет все эти деньги? Непонятно. Да и Ретву мы догнать тоже не можем. Как были на пятом месте, так и все, и сидим на нем. Ну, давайте. Давайте дальше покупать. Вот, кстати, много угля. Это хорошо. И вот много угля. Это еще лучше. Кредиты выдать. Выдать всем кредиты. Здесь есть. Железному банку можно выдать кредиты. Но не знаю, не знаю. Если ему дать кредит, он начнет там скупать что-нибудь. Давайте посмотрим вот эти. 18 тысяч отнять из 25 миллионов. Какой смысл в этом? Вообще же никакого. 14 из... Тут хотя бы сотка из двух, да? 5% примерно капитала отнять. А эти вот вещи... Вообще ни о чем. Хотя тут, смотрите, тут троечка, а тут единичка. Может быть, когда против одного несколько раз, то оно все больше и больше становится. Давайте попробуем так. Да, смотрите, минус 47 стало против него уже. Ну-ка. Троечка, да, 120. А, да, действительно, вот этот показатель растет в зависимости от того, сколько раз мы насылали своих чуваков на него. Но 120 от 25 миллионов все равно ни о чем. Тут уж... Даже если сейчас вот все потратить весь свой страх, да, он все равно там у него отнимет лям из 25. Это прям вообще ни о чем. Так что это, конечно, так себе. 9000 влияния давайте возьмем лучше. Это точно пригодится. И еще 10 тысяч. И еще 30 тысяч денег. И вот это возьмем. Как там поживает наш Сукатай? Он готов? Не готов. А теперь он готов? 16 ходов не готов. А ты? И ты 16 ходов не готов. Никто не хочет воевать. А, давайте революцию тогда еще одну строим. 345 тысяч. Ближний Восток и Африка. Юг Азии. Давайте в Западной Европе опять побеснуемся. Франция, да? О, ваша собственность. Там у нас еще и собственность есть. Требуется золото 600 250, ничего себе. Ну, давайте другую страну посмотрим попроще. 200 тысяч. Ага, 38 тысяч влияния. А что так везде много то вот тут мы можем только начать, да? Давайте хоть тут начнем. Ой-ой-ой-ой. О, так ушло далеко сюда, что прям я заволновался, что сейчас наша революция еще профукается. Лицензия открыта в трех регионах, да? Хорошо. Ну, давайте следующий ход теперь. Денег не осталось больше.
продать гражданские товары. Да, здесь плюс 3, здесь плюс 2. В тысячах, я имею в виду. Так что у нас копится. Все у нас копится. Японцы наши начали там воевать. Опять вот, да, с Южной Кюсю. Ну и они тут справятся и без нас. Причем еще наши конкурентские банки там полопают. Давайте тогда вступим просто, а деньги давать не будем. Вот так. Здесь. Тоже здесь вступим как бы. Потому что это наши. И здесь. Ну и здесь. Не знаю, смысл есть, нету вот эти вот вступления нажимать, но... Но понажимал. Так, Иркутск все еще... Все еще не решилась там битва с Иркутском. Здесь давайте посмотрим. Выполнить. Что-то можно выполнить за 90 тысяч. Давайте выполним. Колоссальные запасы материалов. Самое время выкупить их. Вот эти как-то позакрывались сами, поэтому не уловил я поглощение экономики. Мы владеем просто... Ну, надо дойти до самого низа, да? Сюда нам что нужно сделать? Влияние. А, у нас совсем плохо с влиянием. Надо 27 тысяч влияния накопить, тогда у нас вот эта веточка перейдет вниз. А влияние мы можем не здесь. Вот здесь вот влияние 27 тысяч, да? Политические заказы. Ну, что-то как-то дешевенько. 1800... А, видите, тоже 4 уровень. 7. А, вот до пятого, потом сваливается. Все. Так, я думаю, что накопили. Накопили. А, чуть-чуть не хватает. Тысячу не хватает. Давайте добьем вот эту штуку тогда. Тинкс. Сейчас просто бы не попасть в ситуацию, когда нам потом не хватит, чтобы отжимать что-то. А, хотя там страх тратится. Ладно, давайте выполняем. Конкуренты наняли агентов, чтобы украсть технологии производства бумаги и пигментов для банкнот. Поручим нашим людям перевербовать шпионов. Двойные агенты могут пригодиться. Давайте. Все, эту мы взяли. Открылось, да? Сопротивление бесполезное. Но нет, все равно вот эту ветку тоже надо всю будет пройти. Так, а здесь? Ну, можно за сотку, да, выполнить. Простые люди должны поверить в ценность и надежность наших денег. Давайте в следующий ход посмотрим. 105. Я думаю, что в следующем ходу у нас тут что-то накопается, и нам это обойдется подешевле. Лен. Уголь. Берем уголь. И еще берем уголь. Кредиты. Всем кредиты. Сейчас технология какая-то исследуется. Все, технология исследовалась. И началась какая-то опять война. Инвестиции. Коттедж, зерно. Стекло давайте возьмем подороже. Коттедж возьмем. А, посмотрим войну. Да, на нас тут нападают, и наши... Нет, не хватает у наших сил. Но это временно. Давайте на 23 тысячи им отгрузим. Им хватит, чтобы победить. Технологии. Что у нас в технологиях? А, снижение расходов на зарплату. Перезарядка, работа, страх, работа, размер кредита плюс 100. 100 очков. 50 золота. Подкрепление 15 тысяч. Вот это вот хорошо. Два случайных задания ФРС. Это вот то, что мы там по 100 тысяч пытаемся накопошить. А, ну, пусть пока туда идет.
Давайте проверим. В итоге подешевел вот этот ход. Подешевел, но не так, чтобы уж сильно. Было 105, стало 99, при том, что у нас на четверть вот эта закрылась штука. Видимо, а у нас серебра и рубинов вообще получается нету. Ну, давайте закроем, деньги-то есть. Закроем вот эту и посмотрим следующую. А, это, смотрите, вообще все легко. И мы попадаем вот сюда. И вот здесь мы оказывается... А, здесь нам, оказывается, не хватает страха, который наконец-то ценности стал ценностью некоторой. Так, ну здесь только денег и вот это, да, значит, нам нужно страха подкопить. Мы закроем сюда и закроем сюда. Страх у нас вырабатывается. Так, а кем у нас? Они вырабатывают страх? Да, вот они вырабатывают страх. Значит, вот здесь нам нужны мужики по понтовии. 25, 25, 29, это уже не круто. Вот это вот круто. 33, 36, 31. 25 уматовый. 25 ума. Ой, что-то не туда глянул. 27 уматовый. Самый дохлый теперь у нас 29 уровень. Проверяем. Ох, смотрите, как 63. 61. 29 уматовый. 61, 63, иди сюда. 7800 страха стало. Сразу так получше. 14, 12. 45. 45. 33. Убираем 29. И убираем 31, да? 45, 45 и остался 33. А 33 на самом деле нам сюда и не лезет никуда. Все уже покруче. Значит, его убираем. Итого страха 8400. Так, а инвесторов покруче нету. 22 нету. Все, перестаем тратить деньги, потому что расход 25. Можем влететь тут. И играем дальше. Ой-ой-ой, распродажа, у нас всего 300 штук. Железный банк, неужели? За 11 лямов. Давайте заглянем сюда теперь. И у него осталось 19, да? Он потратил 11, но было 30 лямов. И у него осталось еще 19. А мы все на своем пятом месте никак. Никак не получается. Никто не разорился еще. Там вот эти банки дохлые, в которые мы вкладывали денег, все равно живут. В два раза надо стоимость активов увеличить. В три, чтобы перейти на четвертое место только. Как мы можем по-резкому так сделать? Интересно знать. Так, все, страх накопился. Эту закрываем штуку. Эту закрываем штуку. Так, и следующие три. Не хватает влияния, причем конкретно не хватает. Здесь не хватает денег. Ну, деньги на следующий ход появятся, не хватает страха. Вот уже всякие страхи, влияния и прочие вещи начинают иметь ценность. Вопрос в другом. 140-й ход, игра длится 300. Тут осталось 160 ходов. Нам за эти 160 ходов нужно все это добить. Так, и какая-то война еще, да, началась? Наши? Не наши. Не наших больше. Ну, немного больше. Так что... Так, сделаем. Все, наши победят.
О, банк-конкурент не вернул кредит. После того, как банк Висельбанк взял у вас кредит, его финансовая ситуация существенно ухудшилась, и ему ничего не оставалось, кроме как объявить банкротство. А вот мы кого-то и подкосили. Причем у нас была сотка, стала 530, то есть 400 штук нам пришло, а вопрос только, это нам пришло 400 штук за счет того банка, или у нас просто уже по 400 штук вход прилетает. Вот, все, этот улетел. Ну не знаю, игра говорит, что можно всех разорить, всех конкурентов выбить, но всех мы не выбьем, тут 20 лямов. Ну, тоже интересный новый игровой момент. Погнали в инвестиции. Лесоповал даст нам оружие, и уголь даст нам оружие. Погнали в кредиты. Да всем выдайте. О, 135. Ну, что-то думал, останется побольше. Но нет. Хотя можно еще тут какие-нибудь гражданские товары продать и попробовать где-нибудь заварить революцию в Восточной Европе. Давайте устроим что-нибудь. Банки-конкуренты. Вот здесь. А, так. Посмотрим здесь. А-а. Здесь не получится. А здесь не получится. А, влияние. В общем, без влияния мы уже вообще никак не справимся с этим делом. Напрасно 50 тысяч потеряно. Влияние мы можем вот здесь вырубать за страх. Но страх нам теперь тоже нужен, чтобы ФРС закрывать. Вот нормальный удар, сотка, меньше двух лямов у него. Но давайте попробуем еще кому-нибудь закредитовать. И вот этого еще закредитуем на сотку. Посмотрим, как они переживут это, нашу добродетель. Так, улучшить отношения, направьте гвардию. Взыскать. Я так подозреваю, что у нас все время взыскать теперь, а не забрать. Потому что не хватает страха, что ли. Улучшить отношения. Один с ходов еще. Давайте пока куда-нибудь инвестировать. Вот, например, вот в этот уголь и вот в этот уголь. Кредиты выдать. Ой, я что-то мне один показался, их тут вон аж сколько. Хотя на всех хватает, да? Да, раздаем всем. И летим дальше. Началась война в Фландрии. А на Фландрию все-таки напали. На Фландрию нашу. Хотя даже 4 войны на самом деле новых. И здесь пытаются наших друзей. Теперь не выйдет у них. И здесь мы и так победим. Но нажмем вступить. Ох. Здесь нам не очень. Хотя у нас тут и собственности-то нет, по большому счету. Пусть сами там. А вот Фландрия — это там, где мы устраивали революцию. Но мы тут и так победим. Так что остается только здесь, но 300 тысяч вложиться в страну, в которой у нас вообще нету там ничего. Не будем.
Так, еще 400 тысяч надо кто-то потратить. Железо. Меха. И 200 тысяч осталось. Вот тут можно еще доступные инвестиции. Железо. Коттедж. Вот коттедж нам будет золото еще давать. Неплохо причем. Сюда давайте. Тоже коттедж. Ну и пока хватит. Едем дальше. Улучшите отношения. Что там все с отношениями? Это все так плохо это делается. Не успеваем накапливать. Приходится тратить быстрее, чем копится. Железо. Железо. Камень. Железо. Ну, на этом, я думаю, пока хватит. Спасибо за просмотр. Пока.